Всем привет! Сегодня мы приехали с Нарвы. Пару дней мы там отдыхали. Вот. И я хочу показать, какие мы сделали покупочки. Интересные. Самые интересные. Вот купили такую рыбку, лосось. Лосось этот, что он какой? Не знаю, на речке или нет ли. Но я хочу сказать, ценник этого лосося. Лосось у нас затянул на 2674. И заплатили мы за него, товарищи, 15 евро. Это 1100. Вот за такую рыбину. Давид, не сильно. У нас 1100 стоит 1 килограмм. То есть у нас эта рыба будет стоить 3300 как минимум. Так, что же? Что вот такая чисточка у нас? Поэтому мы легко справляемся со своим уловом. А что у нас? Что же у нас еще? А, пережат. Вот. Сегодня был дождь мокрый. Сегодня прихватила я вот такой вот земельки. Так, грунт для посева и пикировки. 24 литра. Цена его 150 рублей. Очень хороший грунт. Вот. Что в нем находится? По-русски тоже написано. Для посева пикировки Биолан. Специальная смесь для посева. Смесь, приготовленная из светлого торфа с добавлением песка. Грунт для посева является тонкозернистой. Так, при посеве используются чистые емкости, принадлежности. Очень многие болезни растения легко распространяются именно благодаря грязным принадлежностям. Или использованному грунту, товарищи. Горшки или ящики для растений заполняются увлажненным грунтом и т.д. и т.п. Дальше все по схеме. Пикировки содержат основные удобрения. Начинать дополнительно удобрять только после того, как появится несколько листиков. Через 2-3 недели, значит, после посева. Что тут у нас находится? Светлый и темный торф, песок, азот, фосфор, калий. Страна происхождения – Эстония. Вот таких два пакета по 24 литра я купила. И вот этот 40 литров мы привезли, тоже грунт для выращивания рассады, привезли с Финляндии. 10 дней назад. Вот это фирма такая, это производство Финляндии. Ну, пошли посмотрим дальше. Так, прихватила удобрение, вот осеннее удобрение для сада 2 килограмма. Там у них сейчас идет распродажа земли тоже. Земля стоит 150 рублей. Вот, этот тоже пакетик стоит 150 рублей. И понравилась мне. Такая красивая селитра аммиачная. Вот, тоже пакетик взяла. Ну, это 100 рублей там стоит. Ну, так вот. Готовимся уже к сезону. Еще урожай не переработали, а уже дальше идем. Посмотрим еще, что есть у нас интересного. Вот такой комплект белья я взяла. Очень хорошее там белье. Хлопок 100%. Я уже брала одно. Здесь идет пододеяльник и две наволочки. Высококачественный хлопок сатин. Вот. И к нему вот такая вот красота. К этой красоте вот такая вот простынка. Так, это у нас чек. Также мы взяли, как всегда, приманки. Не поверите. На 42 евро. Ужас один. Вот, зашли в евроаптеку, витамины взяли. Очень хорошие, качественные витамины. Витамины работают. Берем рыбий жир для суставов. Артробаланс. Хороший препарат очень. Вот, кому надо, обязательно вот такой вот ищите. Ну, и для сердечка магнезия. И также зашли мы в магазин Калиф. Калиф – это магазин, кондитерская фабрика эстонская. Вот видите, с 1806 года. Ну и мы попали, конечно, на распродажи. 50% скидки были на все. Ну вот набрали вот такой вот пакет, коробка такая вот сладостей. Ну, это нам надолго хватит. Получилось на наши деньги 1700. Ну, вот здесь вот 5 килограмм. Белый шоколад. Ледяная белочка. Конфеты очень вкусные. Овсяное печенье с клюквой. Вот ванна Таллин. Извиняюсь. Вот. Ванна Таллин.
Это ликер Таля, этот эстонский. Вот такой вот за 4 евро, за 300 рублей. Вот такой вот килограммовый набор конфет. Ну, в общем, конечно, я когда увидела ценники, безусловно, я там погуляла. Ну, я считаю, 1700 за высококачественный шоколад. А, ну, плюс шоколадки, белый шоколад, черный шоколад. Вот такой вот. Вот так вот. Мы съездили очень хорошо, хорошо отдохнули, погуляли. Ну и, конечно, сумочку мы набрали молочки. Молочка у них очень-очень вкусная. Ну, спасибо, кто смотрел обзорчик со мной. Кому было интересно, всего хорошего, до свидания.